Опять-таки не нужны людям, а можно мы вам... А потом столько графоманов стало, это что-то невероятное. Все пишут, но свои деньги сдают. А это ужас. И несут нам. Это, я не знаю, раньше... В библиотеку, да, несут? Несут, а мы уже нашли лазейку. Мы берем только наших выпускников. Ну, правильно. Хотя бы так немножечко себя защитить, потому что невозможно. Ну, в общем, вот часовых я принесу, а потом поближе к фестивалю... Носующий московский салют. Он такой же по формату точно. Да. Угу. Немножко другой формат. Саша, мы тогда, наверное, поскольку еще месяц, да, до этого, дни у всех перекрученные, позвоните, ладно? Да. Вот у меня теперь телефон. Ну, есть? Я просто сейчас мне Стояновский сказал Тарасову письмо отдельно написать, поэтому я завтра приду с письмом Тарасову. Угу. Завтра буду и занесу. Хорошо, Саш. Я сейчас очень вам благодарна, меня Бог привел с двумя милыми людьми повидаться, и так мы, в общем-то, и вот этот наш человек, который хранит верность, несмотря на такие перипетии жизненные. Ну, по мере сил тоже все происходит, по мере сил. Бывают периоды изобвения. Ну, все... куда деться-то? Жизнь-то да, у нас да, то есть... Мне лично не сильно нравится. Не знаю, может, вам нравится. Ну, как это может нравиться? На всех уровнях бардак, просто уже как деваться же? Совершенно да. Некуда. И наш институт стал несколько другой, чем был, потому что институт... Очень много лет с институтом связано.